детям. В прошлом мне Казань помогла выбиться в люди, стать олимпийской чемпионкой, и теперь я считаю нужным помочь детям, чтобы у них была спортивная площадка. Поэтому давайте сделаем добро все вместе. Спасибо. Да, спасибо, Алина. Ну и представьте свой лот. Сегодня я хочу представить свои коньки с автографом. Поэтому мне кажется, что так как я олимпийская чемпионка по фигурному катанию, я просто была обязана принести сюда фигурные коньки.